парке за Саймой официально открылся детский игровой комплекс «Ботаника». На площадке уложено мягкое, травмобезопасное резиновое полотно. Подрядчик гарантирует, что смонтированная под подкрытием дренажная система обеспечит его сохранность в любую погоду. «Ботаника» вымощена тротуарной плиткой, выполнено озеленение, установлены мафы. Общая стоимость – 32 миллиона рублей. Следить за порядком на площадке будет управление лесопаркового хозяйства. Гарантийный срок – 5 лет. Качество установленных малых архитектурных форм, тренажеров, домиков, детских игровых элементов соответствует современным стандартам. Но граждан призывают учесть, что каждый аттракцион имеет свои возрастные ограничения для совсем маленьких или детей постарше. Еще до передачи в эксплуатацию объект стал популярным у юных горожан. Главная достопримечательность – горка с туннелем. Необходимо было совместить, то есть чтобы была и открытая площадка с одной стороны, но при этом она, скажем так, ну, частично заменила вот те карусели, да, те возможности, которые были раньше. Вот за счет того, что мы смогли создать такие объекты здесь на Ботанике, то есть мы, в принципе, я считаю, что в полном объеме выполнили те пожелания граждан, которые были до создания этой площадки. Еще раз прошу граждан, чтобы все-таки бережно относились и по возможности, ну, не использовали неправильно наши мафы. То есть это для маленьких детей, нечего там крупным дядям лазить, да, у которых в голове еще детство не ушло. Это очень сложный вопрос, да, и на данный момент в городе строится очень много таких интересных и красивых объектов, и, к сожалению, вот акты вандализма, они, ну, не редки на этих объектах, даже еще до ввода в эксплуатацию объектов, да, там, и расписывают маркерами, где-то залазят, сразу что-то, какие-то слова надо написать, и целенаправленно что-то ломают, да. Ну, я считаю, что, во-первых, одним из методов, скажем так, предотвращения таких вот, скажем, происшествий, это все-таки какая-то просветительская работа, да, проводимая и с детьми, и с родителями,